Краснодаре задержали лихача, объезжавшего пробку по тротуарам. На прошлой неделе в социальных сетях выложили кадры с видеорегистратора, на которых два автомобиля рулят по новой тротуарной плитке, объезжая встречных пешеходов. Сотрудникам ГИБДД удалось рассмотреть номера одной из машин. Ее задержали в городе на досмотр и, пользуясь случаем, проверили все, отметив целый ряд неисправностей. Например, отсутствие бампера, неработающие брызговики и фары. За рулем шестерки оказался 20-летний студент Российской академии правосудия. По его словам, проездку в пешеходной зоне он совершил, чтобы не опоздать на пары. Общая сумма штрафов, выписанных студенту, превысила 5000 рублей. Второго героя соцсети еще ищут.